на слова. Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. 2 Коринфянам 12:9. Когда Бог созидал вначале этот прекрасный мир, Он творил чудо за чудом, не рабствуя закону природы, но устрояя все силой своего могущества. Так вначале сотворил Бог небо и землю. Видишь порядок и последовательность? Сначала покров, а потом уже основание. Он, именно как я сказал, не подчинялся закону природы, ни требованиям искусства, но творил силой своего могущества. Созидается крыша, а основания нет. Все держится силой Творца. Спроси еретика, скажи мне, как явилась крыша, когда не было еще основания? Укажи мне причину, объясни способ. Ты молчишь и прикрываешься верою, но недостойна ли осуждения такая уловка с твоей стороны? Когда речь идет о земном и мирском, ты ссылаешься на веру, а между тем стараешься до всего допытаться и доискаться, когда коснется дело божественного и небесного. Сотворил небо и землю. В качестве основания сотворил землю, а ее, в свою очередь, утвердил на водах. Видишь, что в основании здания? Сверху земля, а внизу вода. Строители обыкновенно поступают наоборот. Они совершают закладку здания не прежде, как удалив с места закладки воду. А Бог самое основание утвердил на водах, научая тебя удивляться не крепости основания, а могуществу Создателя. Постарайся быть внимательнее к моим словам. Посредством их я хочу возбудить вас к любомудрию. Итак, когда Бог творил этот прекрасный мир, все прочее Он создал так, что каждое из Его творений состоит из единой сущности. Если мои слова для вас не ясны, я сделаю их яснее, если вы выслушаете внимательно. Все остальное в совокупности сотворил Он из одной сущности. И то, что вверху, и то, что внизу, потому что и то мир, и это мир, ведь это два мира. Но каждое из явлений того и другого мира от одной сущности. Поясню примером. Небесные существа – все бесплотные, земные – все телесные. Небесные – духовны, земные – чувственны. Небесные – невидимы, земные – видимы. Земное все телесно, и небо, и солнце, и луна, и земля, и море, и деревья, и растения, и быки, и овцы, и лошади. Все видимо, все чувственно, все телесно, все доступно осязанию и зрению. Небесное все невидимо, духовно. Ангелы, архангелы, престолы, господство, начало, власти, силы, херувимы, серафимы. Ни то невидимое, ни это не невидимое. Ни то не телесно, ни это не бестелесно. Но как то телесно, так это бестелесно. Каждое от одной сущности, и небесное, и земное. И первое из тел, вторые из бестелесных. Одни телесные, другие бестелесные. Один только человек создан из двойной сущности, высшей и низшей, души и тела. Одна невидимая и мыслимая – душа, тело же чувственное и видимое. Итак, почему целые два мира эти созданы каждой из единой сущности, и нет ни вверху тел, ни внизу бестелесных, и один только человек по природе своей и телесен, и бестелесен? Узнайте причину и убедитесь в мудрости Творца. Так как эти два мира по природе своей различны, один телесный, другой бестелесный, один невидимый, а другой видимый, один духовный, небесный, а другой чувственный, земной, то чтобы различие произведения не внушило мысли о различных творцах, и чтобы нельзя было сказать, что один сотворил небесное, а другой земное, Бог на границах этих двух миров поставил двойственное животное возвещать о творении и земных, и небесных. Человек является существом двух миров, тому, что вверху, у него родственна душа, а тому, что внизу, тело. Он связывает с собой эти два мира, служит как бы мостом между ними, имея одного общего с ними Творца, создавшего и небесного, и земное. Как дева
Душа его заключена в его теле. И так как природа его двойственна, то двоякого рода и ее требования. Внимательно следите за словом. Есть тело и есть душа. Тело определил Творец пищу, а душе – слово. Тело питается хлебом, а душа – учением. Тело имеет одеяние, платье имеет одежду, и душа – добродетель. Предстала царица одесную тебя, в ризах позлощенных, одеянием испещренным. Псалом 44:10. Не о чувственных, конечно, одеждах говорит здесь Писание, но об облачении добродетелью, потому что вся слава сфере царевой внутри ее. Стих 14. Итак, что же? Двойственен человек и двойственна его природа, и душа его нуждается в разуме учащем, вразумляющем, побеждающем страсти, исправляющем повреждения. Отсюда нам урок. Заботиться не о чувственной только трапезе, но и о духовной. Имея это в виду, я и приготовил для вас угощение из слов апостола Павла и приглашаю вас воспользоваться им. Вот перед нами этот делатель палаток, учитель вселенной, страшный для демонов, прогоняющий недуги, подвязающийся и на небе, и на земле, входящий в рай, восходящий на третье небо, неистощимый и неудержимый в своем искусстве и в его применении, блистающий подвигами. Вот он пред нами. Я не знаю меры в его восхвалении. Я любитель его красоты. Она, конечно, не телесная, чтобы подлежать тлению, но духовная, которая никогда не увянет. Тело разрушилось, а его образ в сиянии своем не уступает и солнцу. Солнце совершает течение по небесному кругу, а землю вместо него обтекает Павел. Оно приносит чувственный свет, а он изливает в души свет. Оно ночью удаляется, а он и ночью сияет. Взял он царей и научил их благочестию. Взял женщин и сделал их мужественнее мужчин. Взял юношей и воспитал их разумнее старцев. Всякое существо, всякий возраст исправил тот, кто владел сапожным ножом и сшивал кожи. Об его ремесле я никогда не забуду. Он прекраснее невесты во всем ее блеске, славнее царей, щедрее богатых, сильнее воинов, надежнее стен. Язык его лира, он слаще меда, глубже моря, выше небес, теплее огня, острее железа. Сосуд божественной благодати, храм Божий, уста Христовы. Лира Духа, наставник оглашенных, руководитель верных, всюду успевающий, стена никогда не падающая. Своими посланиями он победил вселенную и древний ковчег. 636. В самом деле, как Ной, сколотив доски, построил ковчег, так и Павел своими писаниями соорудил ковчег духовный, и притом лучше прежнего. В ковчег Ноев бессловесные вошли бессловесными и остались, а этот принимает бессловесных и перерождает их. Например, в ковчег вошел волк и вышел волк. В ковчег Павловых писаний входит волк, а из него выходит овца. Входит волк и исправляется, входит воевода и делается лучшим. И тот ковчег спас только одного Ноя с двумя или тремя именами, а этот ковчег в свои сети уловил вселенную. Всюду плавает он каждый день, и доски его не разрушаются, потому что не смолою, а духом они смазаны. Вышел новый Ной из ковчега, а он продолжает плавать. Умер Павел, а ковчег жив. Каждый день закидывает он сети и не потопляется, потому что от кормчего вселенной имеет он благодать, которая им и управляет. Так как вот каковы эти послания, эти спасительные доски. Обуздаем же теперь наконец свой язык и сосредоточимся на объяснении одного чтения, употребив на это всю беседу. Таково ведь изобилие писаний. Сидя и слушая рассказ Павла о том, как он восхищен был на третье небо и слышал неизреченные глаголы, которых нельзя и передать человеку,
и вслед за тем его слова. Но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». И стих 7, чтобы я не превозносился чрезвычайности откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Я боялся, что кто-нибудь из слушателей, не зная смысла, в простоте соблазнится и решил, что необходимо обратить общее внимание на это выражение и исследовать его подробно. Кто не знает, для чего дело разъяснится, а кто знает, для того будет еще вразумительнее и удобно понятнее. Знающий вспомнит, а не знающий научится. От многих, не знающих настоящего смысла этих слов апостола, я слышал, что по их мнению тут речь о том, что апостол был предан во власть сатаны. Возможно ли это? Предан, говорит апостол сатане, что поразил его в голову. Вот почему апостол страдал головной болью. Что же это значит? Учитель вселенной, гражданин рая, корабль Христов, как я сказал, лира духа, сосуд избрания, обтекший вселенную, исторший терния грехов, посеявший семена благочестия, подвязавшийся и на земле, и на море, день и ночь пробывший во глубине моря, увенчанный в темнице, торжествовавший победу в судилище, протекший всю вселенную, неусыпный подвижник и борец, чьи одежды прогоняли болезни, чья жизнь обращала в бегство смерть, он-то и был предан во власть сатаны. Но против подобного предположения свидетельствует все его поведение. Вот один из многих примеров. Среди коринфян появился блудник. Услышав о нем, Павел что говорит? «И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среди вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело, в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, общее с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». 1 Коринфянам 5:2-5. Теперь представь себе власть, с какой действовал Павел. Блудника он предал сатане, чтобы сатана поразил его, чтобы это наказание послужило ему к очищению греха. Что это так и случилось? Об этом апостол пишет во втором послании. «Теперь же проявите к нему любовь, чтобы не сделал нам ущерба сатана». 2 Коринфянам 2:8, 11. «Ты предал сатане, и ты же говоришь, чтобы не сделал нам ущерба сатана. Ведь сатана, говорит, не знает меры. Я предал, когда было нужно, а отберу, когда найду потребным. Я предал сатане, как палачу, чтобы только исправился наш человек. А теперь возьмем его назад. Если оставим его на дальнейшее время, сатана повредит и ему, и нам через него, потому что не знает сатана меры. Я предал ему грешника, чтобы исправить его. Если же оставим еще его, сатана убьет его, как убил Иуду. Поэтому и говорит: окажите ему любовь, чтобы не сделал нам ущерба сатана». Как прекрасно сказано. Теперь брат наш уже не должен принадлежать сатане, потому что очистился от блуда покаянием. Будем же смотреть, чтобы враг не посетил того, что принадлежит нам. Когда он принадлежал сатане, я дал его ему, чтобы сделать нашим то, что было его. О, мудрость Павла! При помощи волка он спас овцу. При помощи морского разбойника оказал помощь моряку, потерпевшему кораблекрушение. При содействии неприятеля возвратил в строй воина. Да, в качестве горького лекарства я пользуюсь бичом дьявола. Но как только он исправит, я у него отнимаю. Пусть он накажет блудника, чтобы тот почувствовал, что он сделал. Когда же очистится грех его, когда отмоется грязь и сгладится рана, тогда пусть покажет себя твердая душа его. Что касается меня, я не оставлю золото в огне. Вытащи его, чтобы оно не расплавилось совсем. Дело мудрого знать меру, насколько положить в огонь золото и когда его вынуть оттуда,
чтобы нам не сделал ущерба сатана, ибо нам не безызвестны умыслы его». Стих 11. «А кто знает его умышление, тот имеет и власть держать его в должных границах и относительно времени, относительно меры, во время похищая у него его жертву, и в меру передавая ему грешника во измождение плоти. Неутолим этот зверь и никогда не насытится нашей плотью. Вот почему и сказано «во измождение плоти», чтобы не убил его совсем, чтобы не коснулся его души. Так именно говорит Бог и об Иове. Иди, порази плоть его, но души его не касайся. Иова 2.6. Чем и указывается граница дьяволу. Так и этот раб Божий, подражая владыке, силой Божией положил сатане запрещение, которое тот не осмелился нарушить. А, конечно, нарушил бы, если бы мог одолеть Павла. Нечто подобное хотел устроить дьявол, когда Павел был в темнице. Когда темница поколебалась и оковы узников распались, тогда сторож, проснувшись, схватил меч, чтобы убить себя по внушению дьявола. Деяния 16.27. Воспользовавшись тем, что пастух был внутри и не мог защитить овцу, волк хотел уловить ее, но пастух, хотя и был в узах, одолел его, удержав сторожа восклицанием: «Не делай себе никакого зла! О человеколюбие пастыря! Связан и милует связавшего. Оставил свое и заботится об его благе. Не делай себе никакого зла. Ты видишь открытые двери, но я благонамеренный обитатель. Двери открыты, но я остаюсь внутри, и пока не спасу тебя, не выйду отсюда. Для того я и пришел сюда, чтобы, разрешив себя от цепей, тебя освободить от грехов. Ты связал, я разрешаю. Не делай себе никакого зла, все мы здесь». Итак, что же? Волк стоял, готовый убить, толкая к мечу темничного сторожа. Пастух закричал, волк услышал и оставил овцу. А пастух взял то, что уже готово было сделать с добычей волка, и говорит сторож: «Что мне делать, чтобы спастись?» Стих 30. «Крестись во имя Христа». О, как легко крещение! Как несказанно человеколюбие! Темничного стража спас узник, темница сделалась церковью. «Когда мне, — говорит, — крестись, чтобы спастись, темница не препятствует, место не затрудняет. Благодать не связывается местом, не стесняется временем. Пусть же и темница будет церковью». 638. «Нигде не забывал своего ремесла апостол Христов, но всюду уловлял свои сети, и в суде, и на море, и на островах, и на суше, и в пустыне, и во всей вселенной. Ведь обыкновенный рыбак, если не видит море, не раскидывает своих сетей. А этот был не чувственным, но духовным ловцом, и потому ловил и на судне, и на горе, и в источниках, и на дорогах, и в лугах, и на реках. И никакое место не препятствовало его ремеслу. Но что бы я ни говорил, я все клоню к одному и тому же». К чему же именно? А к тому, что имевший такую власть, чтобы приказывать дьяволу и показать ему границы и предписывать меру, как он сам предается дьяволу. Не слышал ты разве, что сказал Христос: «Будете наступать на змей, на скорпионов и на всю силу вражью»? Лука 10.19. Что же после этого означают слова апостола: «Дан мне пакостник вплоть, ангел сатаны, чтобы совершать мне пакости»? Непонимание многих мест Священного Писания по большей части происходит от того именно, что не знает идиотизмов языка, ни их толкований. Выражение «дан мне пакостник», то есть «давать пощечину» с греческого, некоторые относят только к голове, между тем «пакость» означает вообще озлобление, уничижение. Удручил его враг, его унизил. В этом смысле пакости делал. Вместо «унизил» значит речь не только о голове. Сам же он употребляет это изречение в другом месте, в таком именно смысле. Как человек простой, он и обороты употребляет для выражения своих мыслей народные. «Да сего часа алчим, жаждем, и в наготе, и страждем» 1 Коринфянам 4.11.
и укоряемся от врагов, терпим козни, помеху, препятствия, обиды, то есть удручаемся, злословимся, бичуемся, терпим беды, ввергаемся в темницу, осуждаемся на смерть, изгоняемся, предаемся голоду. Вот все это озлобление он и назвал пакостью, пощечиной и уничижением. Смотри, не проходи мимо без внимания. Именно здесь требуется толкование. Итак, что же? Скажем яснее. Держись толкования, которое я дал тебе. Следи за сказанным. Итак, пакость означает всякого рода угнетение, огорчение, чем бы оно ни причинялось, темницей или судебным преследованием, голодом или каким бы то ни было образом. Теперь, что же означают эти слова? И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Стих 7 по 9. Обрати внимание, кто этот ангел сатаны? Не сказал ведь «дан мне ангел сатана», но «ангел сатаны». У Священного Писания есть обычай, об этом много раз было уже говорено, но должно быть сказано и теперь. Также говорит: «Для меня это не трудно, а для вас назидательно». Филиппийцам 3.1. «Я ведь учу, а не занимаюсь слово извержением, насаждаю, а не просто прохожу мимо. Я не прохожий, а сеятель. Прохожий идет, чтобы совершить дорогу, а сеятель скапывает почву, потом раскидывает семена, потом забрасывает их землею, чтобы они были поглубже, и чтобы обнаженное семя не сделалось добычей птиц небесных». Итак, что делает земледелец для семян? То самое я делаю для мыслей. Как для семян опасны вороны, так для мыслей опасны демоны и дьяволы, и заботы житейские. Поэтому я и стараюсь свои наставления внедрить в ваши сердца поглубже, чтобы, выйдя отсюда, ты под влиянием житейских забот не уступил их дьяволу. Ведь что я оставлю открытым, то будет, конечно, похищено, а что закопано поглубже, то сохранится. Тут дело не во времени, а в воле. Не нужен дождь, но нужно усердие. Выслушай же с усердием, тщательно укрой в сердце своем то, что будет сказано, и тогда никто не будет в состоянии у тебя его похитить. Итак, какой же обычай Писания имел я в виду выше? Тот, что он часто дает имена, сообразно с характером, и называет человека не тем именем, какое изначально дали ему родители, но тем, каково он сам заслуживает своей порочности или добродетели. Например, того, кто обнаруживает бесстыдство, оно называет псом. Не в качестве собственного имени, но для обозначения его порока. Хищника оно называет волком. Не по имени, данным от родителей, но по злобе. И вообще тех, кто делает дела, свойственно дурному человеку, оно и называет соответственными именами. Но чтобы вы не могли упрекнуть меня в поверхности суждения, и чтобы подтвердить эти свои слова, я хочу представить вам и свидетелей. «Видел видение Исаия, сына Амосов, на Иудею и на Иерусалим». Обратите внимание, на Иудею и на Иерусалим. «Слушайте, небеса, и внимай, земля, ибо Господь говорит: я родил сынов и возвысил, а они отверглись от меня, возмутились. Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего. Израиль же не знает меня, народ мой не разумеет. Увы, народ грешный». Исаия 1.1.4. Кому это говорит Господь? Иудеям. «Народ полный греха говорит об их беззакониях он, грехах, неисправимости, жестокости, мстительности». Сначала сказал на Иудею и на Иерусалим. Они же говорит: «Слушайте слово Господне, князья содомские, внимайте закону Божию, люди гоморские. Что мне множество жертв ваших, говорит Господь? Исполнилось и сожжение овнов, и тука агнцев, и крови козлов, и овнов не хочу.
«Если принесете мне семидал, напрасно! Благоухание, мерзость предо мной, новомесячи ваших и суббот ненавидит душа моя!» Какие субботы ненавистны ему? Какие новомесячи? Какие жертвы? Какие быки? Какие агнцы? Содомляне ничего этого не знали. Жители Содома жили раньше Моисея. Содомляне жили до Авраама, они жили во времена Лота. Содомляне погибли. О них рассказывается, что они истреблены огнем. Сначала сказал «на Иудею и Иерусалим», а потом перешел к содомлянам и тем произнес осуждение. Кому обращены эти слова? Проследи его речь, и тебе будет ясен смысл его слов. А если поймешь, найдешь и последовательность. Не к содомлянам обращается он с речью, но к иудеям, только называя их содомлянами. Так как они унаследовали права содомлян, то применяет к ним и имя тех. Содомляне – это те, которые подражают делам их. Подобно этому в другом случае сказано «ценимые иудеи, не могущие лаять». Исайя 56:10. Не потому, чтобы они по природе были псами, но потому, что усвоили себе их расположение. Иоанн – обитатель пустыни, возвышенная душа, неукротимый дух, шествующий по земле и касающийся небесного свода, плод неплодный, разрешение немоты, очи, глаз безгласного, вопиющий в пустыне, в утробе матери. Утроба была пустыней, неплодной, потому что она была бесплодна. Двойственный вестник, презирающий детей, попирающий все приходящее, пришел к иудеям и говорит им: «Змеи, порождение ехиднины!» Не потому, что они по природе были змеями, но потому, что по душе были коварны. Опять и другой пророк говорит: «Кони, жена неистовые, каждый ржет на жену ближнего своего!» Иеремия 5:8. Коням ли обращены эти слова? Конечно, нет. Но к людям невоздержным и распутным. Сам Христос говорил иудеям: «Вы сыны дьявола!» Иоанна 8:44. Итак, они были дети дьявола и природу дьявола имели? Нет, конечно. Они только подражали его нраву и тем заслужили его имя. В объяснении он и прибавляет: «Вы сыны дьявола, и желаете исполнять похоти отца вашего, ибо он был человекоубийца от начала». Итак, держитесь как правило, что собакам в Писании называются бесстыдные, волками хищники, змеями коварные, аспидами обманчивые, ослами неразумные, конями женолюбивыми невоздержные и распутные, воронами нечистые, содомлянами подражатели их дел и нравов. Конечно, не самая природа их зла, но их нрав развращен. Заметьте хорошенько, имена даются сообразно с характером. Название производится от расположения. И это не в Священном Писании только, но и в обыденном употреблении. При виде человека кроткого мы говорим: «Это овца». При знакомстве с бесстыдным мы говорим: «Это не человек, а собака». При виде коварства скажем: «Это человек, змея». Видишь, инородные обычаи следуют тому же самому правилу. Если мы видим человека, исполненного многих пороков, мы говорим: «Это дьявол». Не потому, что он действительно дьявол. И не потому, что у него общая с дьяволом природа, но сообразно с его направлением, в силу которого он подражает дьяволу в его делах, насколько это доступно человеку. Итак, имена от характеров. Поэтому, когда ты слышишь слова, что апостол Павел говорит: «Ангел сатаны удручает меня, чтобы я не превозносился, разумей, не дьявола, но работающий дьяволу, еленов, иудеев, демонов», как, например, тогда таким демоном-ангелом сатаны был для него Александр Ковач. «Александр Медник много сделал мне зла». 2 Тимофея 4:14. «Ангел сатаны» – это всякий, кто делает дела дьявола. Таковы были ввергнувшие его в темницу, таковы были бичевавшие его. Итак, люди для него – ангел сатаны, раз они делают дела дьявола, вредят Евангелию, препятствуют проповеди, бичевали его, преследовали. Заметь теперь, вся трудность устраняется. 641. Обратите внимание, что и тот, кто говорит это, страдал. И Павел был подвержен человеческому.
После того, как Христос вознесся, Он поручил апостолам и свою проповедь, и свое дело. Христос ведь пришел к нам посредником от Отца, посланным для устроения мира. Ведь у людей была война против Бога, и Он послал посланника, не раба, а сына. О попечительность посланного! О человеколюбие пославшего! Когда ты слышишь о пославшем и посланном, имей в виду не перемену места, но снисхождение домостроительства, потому что хотя он и был с нами, но был и с отцом. Так Павел и говорит. О Христе молим, как бы сам Бог через нас говорит, примиритесь с Богом. 2 Коринфянам 5:20. Ты являешься посланником вместо Христа? Да. А где же сам посланник? Ушел. Куда ушел? К Отцу. Зачем? Вот изумительное дело. В человеческих отношениях, когда один народ посылает посольство к другому, посланник по международному праву пользуется неприкосновенностью. Если же с ним что-либо случается, между народами возникает великая война. У Бога наоборот. Пришел от Отца к людям посланник и был убит. Тогда-то мир и состоялся. Но послы, приходя, приносят дары и получают дары. Что же? Какой дар принес он мне? Дар необычайный. Как посланник был чрезвычайный, так и дар чрезвычайный. Свою кровь он принес как дар. Свое тело он принес в дар мне. И что он взял в дар от меня? Веру. И кто дал мне благодать ее? Я уверовал, он даровал благодать, вражда разрешилась. Видишь, с какой легкостью совершилось все это. Видишь скорость примирения. Посланник, когда приходит в какое-нибудь государство, не вступает в разговоры на рынке или с кем-нибудь из бедняков, но идет прямо к царю. А этот посланник пришел и тотчас вступил в беседу с блудницей, разбойником, волхвом, мытарем. Вот каково его человеколюбие. Конечно, он пришел не к тому или другому, но ко всему роду нашему. И пришел облеченный в мою одежду. Если бы он пришел неприкровенно и открыто, как Бог, тогда он спугнул бы добычу. Потому-то он и пришел к человеку, как человек. А когда пришел, взял первенцев наших и, призвав апостолов, поручил им апостольство, «Будьте моими посланниками». В силах ли мы будем быть ими? Примите Духа Святого. Иоанна 20:22. Ты был распят, а нас что же ожидает? Примите Духа Святого, и се я с вами. С вами, так как я сам правлю посольство. Ведь я не оставляю вас. После этого он вознесся и поручил им посольство. И нечего этому удивляться, если даже сам царь, отец, просит. Ради Христа молим вас, и как бы сам Бог говорит. 2 Коринфянам 5:20. Сам оскорбленный просит. О чем же? Примиритесь с Богом. О человеколюбие! О благость неизреченная! Итак, когда он вознесся, он поручил свое служение апостолам. А положение дела было трудное. Вселенная была полна терни, нечестие царило, зло преследовало, алтари пылали, тук осквернял, кровь лилась, природа извращалась, муки рождения презирались, законы и обычаи разрушались, дочерей своих и сыновей приносили в жертву и все прочие празднества. Хор риторов, собрание философов, оргии бесов, сила дьявола – и изощренные мечи, всюду стремнины, всюду утесы, господство привычки, скорби отцов, нечестие и беспутство предков, развращенные законы царей, рабы и господа, начальники и частные люди, богачи и бедняки, все клялись в нечестии и имели в своем распоряжении много ухищрений. Апостолов же всего было 12, или вернее 11. Потому что один из них сделался добычей врага. И вот Павел, не обладавший силой слова, не имевший в своем распоряжении ни богатства, ни изощренного языка, ни великого отечества, ни знатности рода, ни крепости телесной, ногой, одинокий, безгласней рыбы, неизвестный из неизвестных,
простец, не ученый, обходил вселенную, рассеивая всюду семена благочестия, и все ему противились. Один нападал и бичевал, другой хватал и влёк в темницу, третий хватал и бросал на сковороду, иной поносил. И так бесчисленное множество врагов, отовсюду брани, внутри боязни. 2 Коринфянам 7:5. И извне, и снаружи. Служители Христовы. Но в безумии говорю я более, в трудах, многократно в ранах. Это он говорит 2 Коринфянам 11:23. Более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 дано было мне по 40 ударов без одного. 3 меня бичевали палками, били, однажды камнями побивали, 3 терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от иноплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на суже и в наготе. Кроме посторонних приключений у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы и я не воспламенялся? Брат падал, он скорбел. Враг злоумышлял, он страдал. От меня все отвратились, бывшие Васи. 2 Тимофея 1:15. В другом месте, чада мои, дети, для которых я снова в муках рождения, доколе в вас изобразится Христос. Галатам 4:19. Откуда взял он силы перенести бедствия и внешние, и внутренние, бичи, скорби, потопления, беды, темницу, суд, сковороды, козни? Противостать толпе, царям, домашним, чужим, злоумышляющим лжебратьям, изнемогающим братьям, недоверие чужих, ожесточение близких. Как выдержало все это его тело? Как вынесла душа? Он носил узы, жил в темнице, писал послания, отсюда изгонялся, там подвергался наветам, здесь ангелы сатаны, там ангел сатаны, много ангелов сатаны, одни влекут на суд, другие в темницу. Не хватало сил у него, он погибал, душа истомилась. Собак он не видел и терпел укушение. Подвергался козням отовсюду. Припадает к Богу и говорит ему: «Прошу тебя, дай мне отдохнуть немного. Как я снесу все это? Ангел сатаны нападает на меня, враги, заговорщики, язычники, иудеи, лжебратья, немощные братья. Я мучаюсь муками рождения, не могу родить». А другие злоумышляют: сегодня в темнице, завтра в море, потом в бездне, потом в голоде, в жажде, в наготе, на жаровне, в печи, в дороге. Как я снесу все это? У меня одна душа, одно у меня тело. Я прошу тебя, избавь меня, чтобы мне не терпеть пакостей. Ничего не отвечал ему Бог. Вторично припал он к нему: избавь меня, прошу тебя, дай мне отдохнуть немного, я человек и притом один, а ты поручил мне вселенную, я один, и все отовсюду бросают в меня стрелы. Итак, один раз умолял он Бога: прошу тебя, избавь меня от пакости, но ничего не ответил ему Бог. Приступил к нему вторично с той же просьбой. Почувствовал уже тошноту, как боец Панкратиас, который множество противников его кусает и бьет по голове. Не ответил Бог ему и на вторичную просьбу. Приступил к нему в третий раз. И тогда-то, наконец, услышал от него ответ. Почему такая отсрочка? Чтобы ты научился не отступать после первой просьбы, чтобы ты научился, если просишь чего-либо неполезного и получаешь противное, не огорчаться. Ты часто просишь того, что считаешь полезным, между тем, как это не полезно. Бог обращает внимание не на твои слезы, но на несчастье. Так и дитя часто просит от матери хлеба,
Но если она просит чего-либо вредного, чего не должно просить, то мать не дает ему, не обращая внимания на его печаль, а только на пользу. Так и страдающий лихорадкой постоянно досаждает врачу, чтобы дал ему холодного. Но врач не дает ему, потому что не обращает внимания на его желание, вредное в его настоящем положении, но на пользу для его здоровья в будущем. Так и Павел не умел просить полезного. Какого снисхождения заслуживаем мы, если и славный апостол в отчаянии приступал к Богу и говорил ему: «Дай мне отдохнуть немного, избавь меня от бедствий, дай мне некоторую ослабу, я один, а ты поручил мне вселенную». Один раз припал он к Богу, и тот ничего не ответил ему. Еще раз просил, и, наконец, третий раз стал просить. О сём я троекратно молил Господа. 2 Коринфянам 12:8. О чем? Чтобы удалил от меня ангела сатанина, противников моих. Зачем? Чтобы беспрепятственно я мог заниматься проповедью, чтобы не было у меня клеветников и врагов, чтобы не было бичей, ни бед, ни темниц, ни суда, ни наготы. С этим я прихожу к тебе, об этом прошу. Я утрудился, измучен, страдаю, отовсюду поражаемый. Итак, что говорит ему Бог, скажи мне? Бог не смягчился его просьбой, не дал ему того, чего он просил, но сказал: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Стих 9. «Довольно для тебя благодати моей». Ты обращаешь внимание на то, что ты терпишь, а на то, что делаешь, не обращаешь. Что делают против тебя враги, на это ты обращаешь внимание. А что я делаю для тебя, на это ты не обращаешь внимания. Они бичуют тебя, а я даю благодать. Был ты в темнице или нет? Был и просил твоей помощи. Видел ты там ангела сатаны или нет? Видел, он нападал на меня. Связал он тебя или нет? Что сделал я тогда? Не потряс ли я стены, не открыл ли двери? Не разрешил ли узы? Не привел ли к тебе, как пленника темничного сторожа? Чем же повредил тебе ангел сатаны? Не принесла ли тебе напротив пользу моя благодать? Не сделал ли это чудо тебя более славным? Довольно для тебя благодати моей. Ты хочешь и того, и другого. Ты не хочешь бичей. Как же ищешь чудес? Не хочешь бед, а ищешь знамений? Когда бичуют, ты видишь, а когда ты воскрешаешь мертвого, не видишь. Когда были разорваны твои одежды, ты видел. А когда твое слово обратило в бегство болезни, ты не видел. Когда ты, связанный, предстал на суд, ты видел это. А когда Фес сказал тебе: «Немного не убеждаешь сделать меня христианином», ты этого не заметил. Ты получил великое оружие, силу духа, побеждающие козни, прославляющие тебя. Чего еще хочешь? Здесь не Фест, а царь Агриппа сказал эти слова. Чтобы тебе не страдать, но в чем обнаружилась бы тогда моя сила? Обнаружилась бы, но не так, как теперь. Как? Со скорбью, говорит Павел, увы мне. Я вестник царства, ученик Христов, возвещаю бессмертные дела, и я бичуюсь, оскорбляюсь, ведусь на суд. Но не приходи в уныние от этого, это делает тебя более славным. Если бы не потерпел этого, не сделался бы столь знаменитым. Был ли ты в темнице? Если бы ты не был связан, но вошел бы просто, тебя подержали бы, отпустили. А теперь ты был связан, и она связанного тебя разрешила. Ноги твои были забиты в колодку, а благодать поколебала стены. Я говорю это, чтобы никто не смущался кознями против нас. Мы говорим это, не приравнивая себя Павлу. Мы не столь безумны. Но чтобы показать, что и смиренных Бог обрекает на то же слово, на то же самое. Довольно для тебя благодати моей. Не лишены ее и мы. Где же благодать? Похвалы тем больше, что тысячи врагов не успели в своих кознях. Еще больше ревнителей вооружилось, но им не удалось разлучить меня с вами.
где благодать, подняли против меня даже иудеев. Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Никогда не чуждайся скорби, она наследуется вместе с Евангелием. Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Не ты ли бичуешься и перерождаешь бичующих? Не ты ли терпишь козни и вразумляешь злоумышляющих? Ибо сила моя совершается в немощи. Итак, ты желаешь услышать то, что услышал Павел. Достаточно будет этого с тебя. В таком случае я желаю быть бичуемым, терпеть бесчестие и оскорбление. Потому что гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне благодать Христова. О, благопослушный раб! Припал к Богу, желая избавиться от скорбей, а когда узнал, что владыка не только этого не желает, но и желает противного, то сказал: «Тебе угодно, чтобы я терпел скорби, и я этого хочу, и за это благодарю». Не сказал просто «хочу», но «мне нравится, страстно я желаю терпеть бичевание, изгнание, притеснение. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Для чего? Чтобы вселилась в меня сила Христова. Ему же слава во веки веков. Аминь.